Чувак, расскажи, что ты приходишь сюда на футбол? Воскресенье, ты должен спать, отдыхать. Позвали, я и пришел. Еще и дождь идет. А что, тебе не спится дома? Не спится. Давай. Життя надо. Жить, футбол? Все життя граю, да. А что ты в воскресенье сюда приходишь играть? Что ты дома не спишь? Сюда. Заради вас. О, хорош. Конфеты дают. Заради Руси. И пивасик принесем. Я понял, что, спасибо. А для тебя что футбол? Ну, футбол это, наверное, больше, чем хобби, это часть жизни. Поэтому и прихожу сюда каждый выходной, когда получается. Футбол это жизнь. Красавчик. Тут нельзя сказать. Спасибо. Виталий, только камеру не ебать. Хорош. Стой, стой, стой. Че ты сюда приходишь? Поиграть, конечно, разминуться с пацанами. Что для тебя футбол? Что для тебя футбол вообще? Футбол? Футбол это, блин, не знаю, часть меня. Играю в удовольствие, общаемся. Все. Чтоб играть нормально с пацанами. Хоть далеко до дому, но тем не менее собираемся. Что для тебя футбол? Все. Так шо? Скажут, кто, короче. Я тебе сказал, что типа треба сказать, что я прихожу сюда на футбол. Ну что ты, что ты не спишь? Воскресенье, дождь идет. Что ты вообще тут делаешь? Я люблю тих людей, короче, які сюда приходять в неделю. За вами скучаю. Ну и пиво мне піднімає раз. Та правий же сказав. Так, красавчик, красавчик. Чувак, что ты приходишь? Что для нас футбол? Да, что для тебя футбол? Футбол для нас это для меня, не знаю, для всех. 4 часа отдыха в неделю на себя. С ребятами, с которыми не видишься всю неделю. Редко бывает. Умудряемся где-то погулять вместе. На днях рождения иногда. А здесь отдыхаем, играем, наслаждаемся любимой игрой. Это для меня футбол. Красавчик. Чувак, что ты вообще сюда приходишь? Что такое для тебя футбол? Ну, футбол это то, что отдохнуть, побегать, відпочити від цих всіх проблем. Тільки тут може все забутися. Хорош. Тарас! Тарас, іди сюди. Тарас, що ти сюди приходиш в воскресенье? Що для тебе? Найкращий спосіб розвеселитися, підняти собі настрій, зарядитися бадьорістю на цілий тиждень. І це те, для чого я тут живу цілий тиждень і хожу на роботу, щоб дочекатися неділі і прийти сюди пограти в футбол. Красавчик. Хорош. Вов! Вова! Що ти робиш, Воха? Воха! Где сюда? Нет. Да что не? Ну не. Что для тебя футбол, чувак? Не подготовился. Чувак! Не подготовились. Расскажи, что ты сюда приходишь в воскресенье? Выгнать алкоголь. Выгнать? Хорош! А вот, вот, главный человек расскажет нам. Благодаря прекрасному виду спорта, как футбол, я делюсь со своими друзьями. Как говорили друзья по футболу, не люби себя в футболе, а люби футбол в себе. Хорош, Юрик, вот это я понимаю. Сережка в голову подаст.